Здравствуйте, меня зовут Александр Снегирев, я ведущий. И сегодня мы делаем поздравления для Любови в виде песни «Мама Люба, давай, давай». Все гости получили фразы, которые они должны записать в том или ином виде. Но фишка этого видео в том, что гость с первого раза не сможет записать это видео. У него все время что-то будет не получаться, и я буду требовать у гостя сделать что-то эмоциональнее, что-то сильнее. Короче, на самом деле это не запись видео, а это запись пранков. Ну что же, ждем гостей, записываем видео и посмотрим, кто настоящий, а кто будет ломаться, говорить, я так не могу, я не умею. Поехали. Нет, в наушник мне, иначе я не спою, я петь не умею. Мы как две мадамы после Нирваны. Я забыла, что там не сходим с ума мы. Мы как две мадамы после Нирваны. Мы так летаем. А подожди ты, а что? Раз, два, три. Александр, давайте, без очень активных интонаций, говорите, что делать, мы сделаем. Мама Люба, давай, давай, давай. Мама Люба, давай, давай, давай. Мне кто-то наливать себе, пить или не пить? А вы можете тянуть ее как репка? Да! Да. Это эротично. Может быть, мы созвонимся через 2 часа, я буду как раз похмелюсь. Слушай, концентрация все-таки медленнее. Сложно концентрацию терять, когда запах виски идет. Ты ж как тут вообще? Пщи. Наша кроватка делала шик-шик. Дядь Коля, молодец. Вот так вот надо, правильно? Давай, все, да. Готовы. Наша кроватка делала шик-шик. Я твоя пианино, а ты мой настоящий. Все, давайте еще раз и отпускаем кота. Давайте. И отпускайте кота, пусть убегает. Все, убегает. Все, хоп, убегает. Все. Мы так летали, что не заметили твою мать. Ага. И она сказала, что я просто... Супер! Мама Люба, давай, давай, давай. Мама! Дали немножко силы. Мама Люба, давай, давай, давай. Хочешь дублик или хорошо прыгал? Мама Люба, давай, давай, давай. Мама Люба, давай, давай, давай. Ну, похоже, что это все. Я в вещах-то лежу, похоже, да? Да. Меня сгрызли. Или как конкурсы на свадьбе лет 30 назад.
Таня! Заново! Хорошо, что вот квартиру специально арендовал, что вот красиво все. Нет, я старался. Ну, погнали. Ой. Да что ж. Погоди секунду. Танцевать, нет? Все? Ну что, нормально получилось-то? Нормально. Нормально.